Вот мы купили коробочку такую. Здесь у нас под холодильника, маленькой прозрачной. Поставили, хорошо видно через нее из холодильника. Удобно, очень прозрачный. А здесь у нас, смотрите, как спит. Он, наверное, тут, как человек на боку спит, лежит. Жарко, около батареи поставили. Они нормальные. Это у нас два выводка вместе здесь. Недельной давности и сегодняшние мы посадили. Нормально. Ну, конечно, тесновато. Сейчас мы их рассаживать будем. Не клюются. Ничего, не дерутся, нормально. Тихо, спокойно. Вон, дрыхнет на боку, как человек. Тесно-тесно, конечно, тут. Сейчас пересаживаю. Ну, такую коробочку для быстрой эвакуации, перевоза. Очень удобные коробочки. Это коробки для игрушечек. Они на колесиках. Здесь можно в уголочке, здесь сделаем поилочку. В одном уголочке поилочку, в другом кормушечка будет. Ну все, и прекрасно будет. Салфеточку постелили, пеленочку, и поехали куда надо. Так вот. Вот у нас два сидят, обсыхают. И инкубаторы у нас еще. Вот двое. Ну куда-то залез-то. И вот вылупляются оставшиеся. Ну посмотрим, как они вылезут, в каком состоянии. Ну проклюнулись все вот. Правда, это остались уже жесткой скорлупой. Здесь я немножко попробовала, пробила им. Как бы очень-очень жесткая. Вот они уже, он там уже по кругу прокрутил, все видно. Потому что здесь вот нажимаешь так вот пальчиком, а она проваливается палец. Здесь вот не провалится, а здесь он уже про кругу один раз прошелся, видать. Ну что, видите, пальчиками нажимаю. Здесь нажимаю, не пробивается. А здесь вот, видать, когда шкрупа, он с той стороны-то уже под, как бы подточил ее. И она вон, видите, как? Ну, она как что. Это я такой первый раз узнал. Ну все, давай вылупляйся. Вот так вот. Ну, посмотрим, что из этих четырех. В общем, стопроцентная вторая закладка, проверены все были яйца. Сейчас я посмотрю, сколько у меня там было в браковке или нет неплодотворенности. Сушитесь, сушитесь. Так, вот у меня записи инкубации. Здесь у меня, видите, как первый день, вот 19-16. Зачеркнуто это, вот у меня написано. Так, остановилось развитие. Видите, один день одно, не оплод было яйцо. Ну, как бы недоразвито. Следующий день, второй день пошел, тоже зачеркнуто. Где тут вот четвертое яйцо тоже. Здесь восьмой день одно яйцо было, тоже молотка как бы, ну, не подготовлено. Здесь тоже одно яйцо, не оплод. То есть каждый день, вот, пожалуйста, вот это первая закладка, что у нас было. Это вот вторая закладка. Все оплод. Вот кружочками, это которые вылупились у меня уже. Это которые еще остались раз, два, три. И что-то у меня одно не записано здесь где почему-то. И вот во сколько времени они у меня вылупляются, записываю. Какой по порядку номер, какого цвета, какого числа закладка была. Во сколько вылупился и какого числа вылупился. Вот такой дневник учета я веду. Так что вот видите, вторая закладка, вторая, которая рядышком лежала в коробках из-под яиц. Стопроцентные. Ну, как бы еще вот три штучки, четыре там яйца лежат, но они наклюнулись. Но посмотрим, как они у нас пробьются. Посмотрим. Все, спасибо за внимание. Пока-пока.